1 сентября не за горами. Учебное заведение Чувашии готовится к новому учебному году. На днях в столице республики стартовала приемка школ. В составе комиссии представители Роспотребнадзора, МЧС, сотрудники районных администраций и управления образования города. В их списке 61 школа и 5 учреждений доп. Образования. Главная цель и задача данных комиссий определить, насколько безопасным будет пребывание детей, насколько комфортным будет пребывание детей в стенах школ. Были выделены средства на то, чтобы учреждения были подготовлены к приемке. В частности, более 130 миллионов в этом году из бюджета города было выделено на устранение замечаний и предписаний контрольно-надзорных органов для капитального ремонта кровли, общестроительных работ, для создания необходимых условий для школьников. С каждым годом в чебоксарских школах увеличивается количество детей. В этом году их на 3000 больше, чем 10 лет назад. Приходится открывать вторые смены, теснее укомплектовывать классы и искать способы расширения площадей. В этом году очень большой наплыв первоклассников в нашу школу. По муниципальному заданию мы должны были принять 4 первых класса. В этом году мы увеличили прием, открыли 5-й первый класс. Для того, чтобы оборудовать дополнительное помещение для первого класса, нам пришлось во вспомогательное помещение передислоцировать библиотеку. В это сложно поверить, но пару месяцев назад на месте этих парт стояли полки с книгами. Сегодня обновленный кабинет начальных классов готов к приему новых учеников. Еще одним решением в сложившейся ситуации стал перенос занятий в так называемые теплицы. Проблему нехватки мест будут решать и на федеральном уровне. В рамках программы строительства школ в сентябре откроют двери школу на 1100 мест по улице Гладкова. В ближайших планах школы в микрорайонах Новый Город, Садовый и Волжский 3. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.